Еще один знаменитый боксер отправит свой гонорар жителям Газы. В преддверии одного из главных боксерских поединков года прославленный чемпион Сауль Альварес выступил с громким заявлением, поддержав жителей сектора Газа. Мексиканский боксер, известный под псевдонимом Канело, рассказал о своем отношении к конфликту и заявил, что поможет палестинцам материально. Я искренне сочувствую жителям Газы. И я считаю, что важно помогать тем, кто в этом нуждается. После того, как я выиграю свой предстоящий бой, я пожертвую 30 миллионов долларов на поддержку жителей Газы и внесу свой вклад в их благополучие. В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе состоялся тот самый титульный поединок. Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира в поединке с Хаймом Мунгией. Мексиканец нанес первое поражение в карьере соотечественнику и сохранил 4 чемпионских пояса во втором среднем весе. Бой завершился единогласным решением судей в пользу Альвареса. Он в четвертый раз отстоял свой титул, одержав 61-ю победу при 2 поражениях и 2 ничьих. Альварес владеет поясами Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации. Ранее крупное пожертвование для палестинцев обещали сделать другие знаменитые спортсмены. Американский боксер Райан Гарсия и экс-звезда кикбоксинга Эндрю Тейт. В общей сумме они отправят 40 миллионов долларов жителям Газы.